На улице Алексея Толстого ремонт идет больше месяца, и у членов общественного совета микрорайона, которые приехали проверить его качество, сразу же нашлись претензии. Угол наклона тротуара к проезжей части превышает допустимые нормы. Также вопросы есть и к качеству укладки асфальта. Представители подрядчика обещают устранить все нарекания в ближайшее время. Ну, выявленные замечания будут устранены в кратчайшие сроки в процессе производства работ. Это уже пятый рейд по дорогам, который проводят члены общественного совета микрорайона Старосамарский. По каждому выявленному нарушению составлены акты, которые оперативно отправляют в профильный департамент. Такая практика помогает быстрее исправлять недочеты и контролировать качество ремонта. Я думаю, что это очень эффективно, потому что и подрядчики уже понимают, что мы ведем контроль за дорогой, и мы постоянно ведем мониторинг территории тоже. Выявляем соответствующие недостатки. Я думаю, это даже очень хорошо. Мы не занимаемся там критикой, какой-то такой критиканством, то, что у нас должна быть с вами полномерная работа. И подрядчики должны понимать то, что они должны все сделать 100%. Никто им другого там не подписывать, не принимать, у них по-другому никто не будет. На этом участке полностью завершить ремонтные работы должны до конца года. Все это время член общественного совета продолжит контролировать подрядчика. Без одобрения совета микрорайона работу подрядной организации принимать не будут. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, события.